Ну а президент США отправился в свою первую большую международную поездку. Сегодня он прибывает в Саудовскую Аравию, дальше Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия. После, пожалуй, самой тяжелой за все время президентства Трампа недели в Вашингтоне, он попробует сместить фокус внимания с проблем в собственном окружении. Терроризм, война в Сирии, конфликт между Израилем и Палестиной – все эти темы будут в топ-новостях. Ну, после того, как Трамп начнет переговоры в Европе, наверняка одной из главных тем станет будущее НАТО. Американский президент не раз делал противоречивые заявления о будущем альянса, и Европе теперь важно услышать, насколько Трамп готов поддерживать НАТО.